26 июля завершился один из этапов выборной кампании 2017 года – выдвижение кандидатов. Тему продолжит Лариса Панина. Напомним, что 10 сентября в единый день голосования в городе пройдут дополнительные выборы депутатов Совета депутатов по двум избирательным округам – номер 2 и номер 5. Парламентские партии выдвинули 6 кандидатов. 2 из них от «Единой России», 2 от «Яблока», 2 от ЛДПР. 8 человек уведомили избирательную комиссию о желании участвовать в выборах, выдвинув себя сами. Теперь именно для них начинается этап сбора подписей избирателей. Среди тех, кто решил принять участие в выборах по второму округу, врач Сергей Булюкин, брокер-агент Владимир Демьянов, домохозяйка Людмила Колыбельникова, главврач Лобнинской центральной городской больницы Павел Прокофьев, генеральный директор фирмы «Бест» Сергей Андреев, механик Дворца спорта Евгений Гусаков, индивидуальный предприниматель Михаил Соколовский. По округу номер 5 принять участие в выборах пожелали главный бухгалтер фирмы «Авиат» Валентина Ершова, социолог-аналитик Ульяна Николина, предприниматель Валентина Егорова, уборщица Клавдия Бондарь, председатель Совета директоров ТПК «Лобня» Ильдар Кадырзанов, безработный Андрей Войтович, заместитель начальника отдела «Росевробанк» Светлана Прокопьева. До 29 июля кандидаты должны подать документы на регистрацию в территориальную избирательную комиссию, а сам процесс регистрации закончится 8 августа. Валерия Каменева, Дмитрий Жуков, Лариса Панина, телекомпания «Лобня».